Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам покажу, как заменить значок своего канала. То есть изменить или поменять. Вот видите, у меня здесь просто буковка К в правом верхнем углу. Нажимаем на нее, заходим в творческую студию. Загрузилась у нас творческая студия. И как видим, здесь настройка канала. Нажимаем на этот раздел. Заходим в брендинг. И вот здесь вот можно изменить свой значок. Если вам что-то из этой информации, которая здесь дана, по значку, можете нажать просто подробнее. Открывается вот такое вот окно. И здесь написано, как изменить значок канала. Вот на эту галочку нажмете, и там все внимательно прочитаете. Я не буду открывать, потому что там запускается видео. И я не знаю, имеет оно авторские права или нет. Поэтому я делать этого не буду. А так вы нажмете без записи и все внимательно там прочитайте. Там все от А до Я рассказывается. И теперь нам необходимо загрузить сюда свой значок, который я заранее приготовил. Помните, что использовать изображение размером не менее 98 на 98 пикселей в формате PNG, GIF или JPEG. Анимированные картинки загружать нельзя. Размер файла не более 4 мегабайт. Помните, что изображение должно соответствовать правилам сообщества. Рекомендуемый размер 800 на 800 пикселей. Нажимаем на него, открываем. Вот видите, у меня все, котик мой влазит полностью вот в эту вот круглую рамку. Нажимаем «Готово». Все, значок канала у меня изменен. Теперь у меня будет вот такой вот код. И теперь необходимо вот здесь вот в правом верхнем углу нажать на кнопку «Опубликовать». Нажимаем. И теперь у меня такой вот код будет как аватарка. Ну что ж, кому понравилось это видео, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.